мои родные зрители, сегодня мы с вами приготовим свинину в рукаве. У меня вот такие вот кусочки есть. Мясутка, вот такая свинина. Она с жирком. Такая вот. 4 кусочка. Я их замариную в сухом маринаде. И будем их выпекать в рукаве. Вот такая вот свининка. Она будет сочная, прорезью. Что мы делаем? Мы смешаем соль, черный перчик и сладкий красный перчик. Это мы смешаем по 1 столовой ложке и сделаем сухой маринад. Так, берем вот такую вот любую емкость и по 1. Сейчас. И по 1 столовой ложке будем сюда добавлять красного перчика душистого. Вот так вот. Можно с горкой. Раз. Так. Черного перчика молотого. И соли добавим. Вот так. Закрываем. И все перемешиваем. Вот так. Это у нас маринад готовый. Сюда можете добавить еще любимых ваших приправ. Например, кориандр. Любимые вот для свинины, для мяса. Что мы делаем? Мы берем кусочек. Вот так вот. Поливаем его постным маслицем. Чуть-чуть. И сверху присыпаем вот этой нашей смесью. Вот так. Если любите остренькое, добавьте немножко острого перчика. Сверху тоже вот так немножечко маслица. И так делаем все наши 4 кусочка. Вот этот будет побольше нашему папочке любимому. Да, он у нас кормилец в семье. Вот так. И оставляем эту наше мясо на ночь в холодильнике в закрытой емкости, чтобы оно хорошо-хорошо промариновалось. Хорошо, чтобы это было, ну, хотя бы 1 ночь. Вот так. В закрытой емкости маслица нам даст мягкости, сочности. Так. Затем, что мы делаем потом? Так. Это у нас будет 4 порции. 4 кусочка. Будет вот так вот 4 порции. Хорошо это вот так вот помассируем, чтобы везде попала наша маслица, приправка. Оно будет такое вот от красного перчика, будет красненькое, сочное. Вот так вот распределяем хорошо в емкости. Так. Сейчас на паузу. Так, мои родные, на следующее утро. Вот мы проснулись. У нас мясо постояло. Достаем из холодильника моего. Вот оно уже почти промариновалась. Берем рукав. Вот у меня такой обычный рукав.
И наши стейки вот так улаживаем в руках, чтобы они были удобно им было в рукаве. Все 4 штучки. Все, что у нас здесь осталось, мы их все вместе вот так укладываем. Видно вам? Вот так. Так, распределяем хорошо. Вот так, моем ручки. Дальше что мы делаем? Вот у нас была мисочка, мы ее сюда добавим хорошего вина, хорошего только, можно пиво, вот так вот, чтобы мы ее вот так хорошо прополоскали. И эту нашу жидкость мы добавим в рукав. Внимательно, чтобы она у нас не разлилась. В рукаве продаются специальные такие вот завязочки. Ну, я завязываю обычной ниткой. Такой потолще, обычной ниткой. Вот так завязываю на узелок. Вот так. Распределяю. Видно вам, чтобы наше вино везде попало. Делаю в середке дырочку. Одну хватит. И в духовочку на 200 градусов полчаса. Мясо у нас уже промариновалось, оно полуготовое, так что нам полчаса хватит. Так, мои родные, вот так должно получиться. Видно вам? Вот так вот вы его хорошо, чтобы везде попало. И через полчаса мы с вами увидимся. Итак, мои родные, вот наши отбивные готовые. Прошло у нас полчаса. Смотрите, чтобы наблюдайте ее в духовочке, чтобы там было все, чтобы не пригорело. Так, сейчас будем сервировать. Вот наша тарелочка. Мы порезали меленько огурчик полукольцами. Сейчас его посолим. Сейчас я вот так сделаю, да? Вот так посолим немножечко. Добавим постного маслица. Чуть-чуть, капелюшечку. Вот так, струечку. Раз, готово. Дальше я сделала пюрешечку. Вот так вот сторонкой положим. Это картофельное пюре. Достаточно. Так. И теперь положим мясутко. Мясутко у нас хорошо протеклось. Вот так. И вот так выглядит наша тарелочка. Вот. Здесь осталось немножечко соуса. Можно его полить на пюре. Вот так.
здесь осталось. Соус. И мы его польем вот так сверху на пюре. Он очень густой. Вот так. И готов наш обед. Это у нас будет вот такие 4 порции. Вот так. Вот так. Салатик, пюрешка и наша свинина. Все, мои родные, подписывайтесь на мой канал, приходите в гости. Всем желаю веселого дня и всем пока!